Здравствуйте, дорогие телезрители. Хочу показать чехол для телефона на Sony. Этот второй чехол на заказ пришел мне. Вот. Сейчас мы посмотрим и сравним с предыдущим. Короче, предыдущий резиновый приходил, а это должен быть другой. Он пришел черный, а мы просили красный. Или я совсем старый стал, или китайцы стали путать цвета. Короче, пришел черный бампер пластмассовый телефону Sony. Вот. А вот это вот резиновый, предыдущий, который в прошлый раз я вам показывал. Сейчас я его достану. Посмотрим. Как он выглядит. Вот такой шершавый, короче, приятный на ощупь. Шершавый пластик. Ну вот, ссылку дам внизу под видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Фирсов Вячеслав. Всем пока.